Давайте я послежу еще раз по камерам пробежимся. Пока все замечательно. Ничего страшного не происходит. Странного тоже ничего не происходит. То есть эти зверушки, эти роботы, игрушки должны развлекать детей. Если бы у меня был ребенок, я бы его привел, например, в такое заведение, он бы сказал: папа, ты что, долбоеб? Какого хрена? Он потом бы ссался, наверное, ночью от ужаса, от увиденного. Лиса или кто-то страшнее? Лиса. Раз. Два. Три. Забавно, наверное, выгляжу со стороны. Главное не думать об этом и просто использовать маску и не бояться быть смешным. Понимаете ли, я сейчас, по сути, живу без рассудка, понимаете? Я потерял рассудок только из-за того, что я играю в такие игры, ребят. Я просто хочу вас предостеречь, чтобы вы в нее не играли, пожалуй... Нет! Я закрыл глаза, ребят, советую вам сделать то же самое. Вау, там уже что-то было, тихо. Ну, пошли посмотрим. Ёб твою мать! You son of a bitch! Ебическая ты, Фокси. Стоп, может быть, он уже ушел, может открыть дверь? Ой, простите. А я буду стоять? Go away! He's still there! Так, тихо, все камеры подключались, замечательно. Классно вообще, просто атас, эх, веселей рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек, атас, а ну скорее любите нас. А где медведь-то? Ах, какая рифма сейчас была, ух. Как я завидую тем, кто ее понял, кто прочитал, так сказать, по моим губам. Ну круто. Этот петух мне сломал электричество. Fuck you! Fuck you. Сап-сарапыч, мамочки. Он исчез. Ребята. Хорошо, где он здесь? Вот он, на восьмой, значит, на девятый пошел. Оп, и на десятую давай. Шикарно. Шикарно. Медведя нет, медведя нет, медведь пропал. А где медведь-то? Медведь где? Куда пропал медведь? Медведя не вижу. Где медведь-то? Он стоит, мразь такая. Мразь что ли совсем? Я же всего лишь маленький ребенок. Зачем меня убивать? Блин, ребят, эти игрушки, они просто ебанулись. Ладно, мы когда играли за охранника, ну там потные, вонючие охранники, да, я могу это понять. Мешают жить спокойно. Воняют, ну здесь, а что, ребенок, блядь. Ребенка-то зачем трогать? Ма, а где мама? Мам! Ты дома? Пиздец, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, снова Фокси. Ненавижу тебя. Ты же как разбежишься, как меня убьешь? Блин, я боюсь камеру смотреть. Если эта мразь побежит на меня, я могу не успеть закрыть, и тогда все. Ты, нет, секундочку, ты что, тупая мразь, что ли? Ой. Ва, подожди, прячь, вон. Это Фредди? Это Фредди? Да ладно. Это Фокси, а там Фредди сзади. Твою мать. Не буду ничего пока обещать, потому что вроде прокатывает спокойно. Сука, как злобешник тебе, падла, ты синежопая, прям... Может, я маску рано снял? И что-нибудь будет происходить? Эй, эй! Я что, зря чай принес? Нет! No. Нет! Пошла нафиг отсюда! Иди, закулись обратно, спрячься. Фу, какая страшная собака. Так, ребят, окей, без паники. Вот, смотрите, вентиляция, типа, предупреждение, да? Что-то вентиляция не так, пишут мне. Я, значит, смотрю, а здесь ничего нет, блядь. Вентиляция-то пустая. Да пошел ты к черту, блядь. Я не буду проверять. Ладно, хорошо. Нажмем. Ладно. Все,
Без паники, сейчас проверим. И сейчас я убираю планшет, ребят, вы готовы? Вы, вот, сука, лезет! О боже мой, я сейчас какой-то слишком эмоциональный. Я знаю, ребят, я знаю, возможно, это так, я ж, блядь, вспотел весь, сука, фу. Фу! Так, ну и чё, я как Майкл Джексон уже начинаю визжать. Уху! Тарби тату! Симона! Симона! А, это... Да, пришла с нормальными ляжками накачанными. У нее ноги похожи, как у этих, у лего-человеков. Такие же, короче, непонятные. Че, дурак, что ли? Если появляется какая-то поебота неведомая, мы сразу хопочки, и мы типа скрылись. Не трогай меня, Тедди. Или не Тедди, ты у нас Фредди, да, ты я точно, точно. Точняк. Пойду наказывать злодея. А, он боится меня. Что делать с ним? Надо его... Он боится меня. Не понимаю, что он сделал. Залез в костюм Спрингтрэпа. Ага. Так, нам сказали, что он это Спрингтрэп. И он умер. Дурак, что ли? What the fuck is going on? Что это было? Это что было? Я впервые вижу такую игрушку. Warsash, don't take no shit from nobody. Я не знаю, кто вырастет из этого мальца вообще, по сути, если так пугаться. Кажется, я потерял свой кабак! Мне очень грустно без него! Тихо. Спокойно. Пацан, что ли, пришел? Ну, конечно, естественно. Все, все, он мне все поломал. Нахер тебя. Так, здесь никого? Замечательно. Открываем дверь. Никого? Никого. Блин, а неплохо-то это. Ну, как бы уже 3 часа у меня... Да иди ты нахуй! Грёбаный, сука, Степашка! Да сколько можно? Опять! Он опять это сделал! Фокси, шел бы ты отсюда, петушок. Мы тут таким, как ты, не рады. Понял? Мы здесь таким, как вы тут не рады. Мы тут таких, как вы, не любим. Пшел! Пшел отсюда! Вот так. Пшел, камень! Пшел, пшел, пшел! Слушай, а че это сейчас было вообще? Где заяц-то? Алло, заяц! Ты где? О! Ай, гитарист, здорово! Сыграй мне что-нибудь. Блять, и Фредди сюда чухает. Фредди, какого хрена? Ты что, он упал, что ли? О, ёпта. Мы дожили с вами до 4 часов. Нет, пардон, ребят, мы не дожили с вами до 4. Я думал, что все получится. Ну, давайте сюда сходим, а. 5 часов! 5 часов! 5 часов! 5! Да когда 6-то будет, ебта! Где 6 часов, ребят? Чё за дерьмо? 4 утра, закрываем, палим. Так, тут утка, тут медведь. Ой, его камеры кончились. Так, а что с волком там? И волка нет вообще, нормально. Ааа, ведь только хотел нажать, ведь только хотел! Хотел, падла, только что нажать, думаю, сейчас волк прибежит. Вот чуяло, чуяло, чуяло что-то во мне, вот это чуяло, оно сейчас прибежит. Волк возьмет, падла, и прибежит. Он взял и прибежал. Хорошо, у меня осталось 2 отделения, я подох. Я фактически труп ходячий. Как я доживу до утра, я не знаю. У меня так мало заряда. Давайте, ничего пока... Хай! Хай! Кто-то зихайль сделал мне. Нет, нет. Уйди. Я не буду зихайль делать тебе. Где 6 часов? Вы чё, охуели что ли? Эй! Аудио сломал. Вот, зашибись. Да хватит! Твою мать! Охренеть! Не, ребят, не пройдем мы 4-ю ночь, вообще не пройдем. Да пошел ты нахрен!
Ой, какой неожиданный сюрприз. Как ты с десятки так быстро до первой дошел? Если до сих пор посмотреть, что происходит. Так, под столом у меня там никого? Никого. Ну ты стоишь, ты запарил. А кто к нему приходил-то? Ой, привет. Старый медведь, он... Так, тут норма? Нет, норма, блядь. Сука, норма. Н, норма. П, пиздец. Нет никакой нормы. Откуда? Самое интересное, я его не слышал. Я его реально не слышал. То есть был какой-то звук. Получается, может, он из чулана вылез. Хер его знает. Ну что ж, попробуем еще раз. Вы когда-нибудь видели такое? Чтобы с двух сторон закрыты двери? С двух гребаных сторон. У меня уже уши заложило. Просто... Синдром Туретт — это шикарно. Ай, сука, видеоэрор. Подожди, не вылази, не вылази, не вылази. Систему перегружаю. Иди, 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 спокойно. Иди. Как это? Чувак тусит просто. Тусит, тусит. Нормально. Оп! Кролик! Быстрее, быстрее! Кролик, быстрее! Зарядили, отлично! Оп! Нет, вали, Чика! Дай мне шанс! Сейчас уже не могу себя держать в руках, бешусь. Ну так с лисой-то что делать? Алло! Сука, вон тогда стоит, мать твою, налево, за ногу, тварь, падла! Говно, собачий жлоб, вонючий дерьмо, сука, падла, жопа! 4 часа, ребят, 4 часа! Я в рот кулак сую уже, блядь! Не знаю почему, может быть потому, да хватит пить, да хватит проверять! Ну хватит, ну пожалуйста, а! Так, ребят, чисто, 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 потому что, не, понимаете, музыка изменилась, она стала более напряженной, какие-то шипения, вот что это такое, я не знаю, зачем это делать, зачем нагнетать атмосферу, когда никого нет рядом, блядь. Давай вентиляцию, хорошо, давайте вентиляцию проверим, еще раз, 4 часа, ребят, 4 часа. Блядь, да пошел ты, хуйня какая-то, блядь. Сука, да как в это вообще играть можно, блядь, 4 часа почти, я прошу. Чё вот, шо вот, где логика, какого хуй он вылез, чё он, блядь, вылез-то, я не пойму, сиди в своей берлоге, блядь. Надо же понять, как играть в эту игру, потому что если мы не поймем, мы никогда в жизни не пройдем. А мы ее пройти должны, потому что первую часть я прошел, 6-я ночь, она не в счет вообще, 6-я ночь, это чисто для этих, у которых жопа железная, которые просто готовы потратить 18 жизней. Fuck you! Оп! А, блядь, нет, тут! Успел? Успел, пожалуйста! Пожалуйста! Он стоит передо мной! Зачем он стоит передо мной? Уйди, мальчик! Я могу двинуть головой, это не опасно? Уйди! Шкатулку мне надо... Чё ты ржёшь-то? Закройся, маленький! Хер! Ёб твою мать! Вот ты пидер раз, блядь, мелкий, ещё хихикает, злорадствует. Так, я все, я растерялся. Чё, куда? Давай лису шугнём быстрей. Вали отсюда. Там заяц уже пришел. О! Хорош, свалила быстрей зайца. Ты где, паскуда? Ты кто? Я не понял, ты-то кто вообще? Чё смотрим? Почему я до сих пор еще не прошел, в самом деле-то, а? Да! 100 баксов, я думал 120. We'll be right back.
10 из 10. Супер масленка. Бог монтажа. Okay. That's fine.